Что же, всем привет, друзья, подписчики мои, с вами я, Супердиома. Если сегодня мы будем вот такую огромную коробку обозревать. Но не именно коробку, а то, что в ней содержится. Не да, это коллекция НКО Макси, и там может попадаться что-то не НКО Макси, например, как этот дракон. Да, бедный дракоша. Вот, так что давайте приступим. Давайте мы сначала бумажки все вытащим. А, ну вот, как видите, вот уже попадается не то. Так, давайте-ка мы все вытащим оттуда, что не НКО. Вот такой крокодил у меня есть. Порванный, по-моему, где-то. Да-да-да, вот. Трещинка. Так, давайте дальше достаем все оттуда. Боже, как у меня тут много разных динозавров. Вон, даже лего есть. Без головы. Так. Достаем это все. Так. Вот. И вот. И вот. И вот тут еще дофига. Извините, что не показал. В общем, тут дофига чуня НКО. Так, опа. А? It's okay. Ну, значит, it's okay. Смотри, сколько всего не нужно. Офигеть. Так, что же. И вот еще. И вот тут еще, да ё-моё. А тут полкоробки у них, походу. Так. Ну что, давайте начнем обозревать. Вот у нас тут поначалу есть такие бумаги. Да. Подождите-ка. Во. Могу вас так закрыть. Ладно, не буду. И также у меня есть порванные. Главное, что есть. Наверное. Это моя, кстати, первая лягушка. Так. Ну ладно. Что же. Начнем. Мы, пожалуй, 20 серии лягушек. Давайте я сейчас тут их всех достану, лягушечек. И тогда мы продолжим. Итак, что же, вот лягушки, которые я смог найти. Давайте я вам включу лучше вспышку. О. И вот бумаги. Бумажек гораздо меньше, чем лягушек. О, многие виды я сам из них знаю. Так что давайте мы сейчас будем их открывать. Так, вот. Собственно, подождите. Вот, собственно, и вся коллекция. Я очень хотел вот эту жабку. Вообще я хотел всех, но не смог собрать. Вот этого тоже очень сильно хотел, но мне не попался. Вот этого хотел. Кстати, лягушка Арлекин у меня тоже где-то была, но я ее потерял. Ну ладно. Так, это у нас стеклянная лягушка. Вот она. Классная, антистрессик. Ну, для лягушек, конечно, когда это делаешь, это стресс. А для вот таких вот игрушек это антистресс. О, классный. Прикольная лягушка. Так, ну вот, тут размеры от 2 до 3 сантиметров. Окраска зеленая с большими золотистыми пятнами. Опасность минимальная, навыки в прыжках хорошие. Скользкая задира. Ладно, давайте мы, знаете, будем вот сюда откладывать. Их вот так вот вложить. Кстати, если я не забуду, то мы еще посмотрим, как они светятся в темноте. Так, следующий вкладыш. Это у нас летучая лягушка
Улиса. Улиса. Вот она. Здоровая. По-моему, это моя это самая большая лягушка. Там того древолаза. Если вы знаете сайт, где их можно купить, то пришлите, пожалуйста, в комментариях по ссылочке. А мы открываем тем временем следующий вкладыш. Это у нас голубой древолаз. Так, опасность. Максимальная опасность у него. Максимальная опасность. Офигеть. Посмотрите. Максимальная опасность. Зато светится в темноте. Вот она. Тоже антистресс. Да. Откладываем. Следующий вкладыш. Открываем. А, правда, одной рукой неудобно делать. Ну, ладно. Оп. О, золотая мантелла. Золотая мантелла. Вот такая вот она. Так. Опасность минимальная. Ну, хорошо. Открываем дальше. О, рогатая лягушечка. Сейчас я ее посмотрю. И да. Это не она. Сразу говорю. Она у меня, видимо, у бабушки. Да, она у меня у бабушки. Ну ладно. Вот. Она в Амазонке живет. Понятно. Так. О, ну, красноглазая квакша. Опасность минимальная. И вот она у меня. Такая вот мимими. Мимими лягушка. Антистресс. Антистресс. Так, удержанием. Опа. А, маленький древолаз. Смотрим. Опасность максимальная тоже дает пернотеатр. Ядовитый. Ну да, просто смотрите. Вот вся эта кожа настоящего древолаза, она вся покрыта ядом. Пипец, блин. Ни одного не погладишь. Смотрим. Коричневая лягушка тоже, видимо, у бабушки. Ну ладно. Опасность минимальная. Ну и у меня вот тут завалялся еще один вкладыш. Даже не один, а два. Даже три. О, мой. О, три вкладыша еще завалялось. Смотрим. Центральная азиатская лягушка. Нати. Давайте смотрим следующий вкладыш. Что-то мне подскажет, что это за лягушка. Да. Лягушка Арлекин. Опасность минимальная. Ну да, без Арлекина мы сегодня. Смотрим дальше. Последний вкладыш уже, я надеюсь. Вот у меня был... Есть вот эта лягушка. Она вся порванная. Вот. Гигантская азиатская. Опасность. Средняя. У нее из этих спор выдвигаются яд. Да, как-то так. Подождите, сейчас я это все уберу. Итак, что же, наверное, это будет сегодня только вот про эту серию видео. Поэтому... Всем спасибо за просмотр, всем пока.